Сотрудников органов исполнительной власти Нижегородской области проверили на прочность. Накануне в ФОКе-Мещерске они сдавали нормативы на золотой значок ГТО в рамках спартакиады. Чиновники выступают в командном индивидуальном зачете. Возраст участников от 18 до 69 лет. Свою физическую форму демонстрирует экс-баскетболист сборной России, а ныне министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов. В программе соревнований – подтягивания на перекладине, отжимания от пола, упражнения на растяжку, прыжки в длину с места и стрельба. Прославленный спортсмен справился практически со всеми упражнениями, но подвел инвентарь и слишком высокий рост. Занимаемся спортом регулярно, поэтому любимых и нелюбимых нет видов спорта. Единственное, что подтягиваться очень тяжело, потому что не хватает высоты турника. Поэтому, наверное, этот вид спорта пропущу, вот этот норматив. А все остальные не вызывают опасений и с радостью все нормы приму, сдам и надеюсь, как уже сказал, на золотой значок. Самое трудное упражнение у женщин – это, конечно же, отжимания. Они самые сложные, потому что руки женщины – это нежные руки, они не сильные. Поэтому, а все остальные испытания в удовольствие, и пострелять, и пресс – это вообще коронный номер женщин. И прыжки – все остальные очень положительные.